Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем туториал или туториал по пушкам новым. Блин, Эйс просто не успокаивается. Я не знаю, может, это его брат приемный. Продолжаем. Гайд. Вот тут даже два этих. Блин, ну это, по-моему, такой бред. Добавить снайперскую винтовку и на нее такой обвес. Или такой, или такой. Сука, ну это фейспалм, просто фейспалм. Я не знаю, что курят разработчики, но это просто легендарно. И добавить только один обвес с оптикой и за голду. И они, по-моему, одинаково стоят, если не ошибаюсь. Магазин, большой магазин. Патроны бронебойные, ну, скинчик и обвесик. Брелок, то есть. Я уже выкладывал видео от игрока Madness. Ну, там нулевая была пушка. Сейчас мы узнаем, мощнее она Кара в сравнении с ним. Потому что Кара вот 2960, но опять же, все обвесы за серебро. И все обвесы за золото. Де Лизлы Карбины. Я не знаю, как правильно. Я могу правильно переводить, но правильно говорить не могу, к сожалению. Вот тут сейчас надо поставить мост. Нет, давайте рандом, это интереснее. Вот сейчас мне нужен мост для снайперки. И сейчас будет, типа, завод. Ну-ка, давай, удиви меня. Нормандия. И тоже не очень хорошая карта, только для дробовика. Я думал, эту пушку когда добавят, я думал, она самая имбовая будет. Так, ну, начало раунда, неплохо. Такая даже... О, оптика говно, если честно. Ну, как на каре, если не ошибаюсь. Он кто-то стонет. Так, 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 ну. Ой, блин, вот это говнище. Тип просто все, он сидит там сейчас, я не знаю себе. Трамадол колет. Обезболивается. Ну да, просто. Ебать, сам себя подорвал, блядь. Камикадзе Ди. Ну. Вот. Я что-то вообще разницы не замечаю с прокачкой фулы, которая была на первой звезде. Реально, я просто не замечаю. Ну, сейчас... Дробашист до нас доберется. Вот прикольно, когда перезаряжаешь. Мне кажется, даже на том конце карты тебя слышно. И это выдает. Ой, мля. Маслину поймаю сейчас. Понятно, полез. С рогаткой на слона. Ну, катку это мы не вытащим из-за меня. Блин, надо было на тот ящик запрыгнуть. Вот я ступанул. Ладно. Нас сейчас быстро отправят. Ах ты ж. Ага. Будем выкуривать. Мне кажется, у меня граната быстрее активирует. О, еще один. Да и сколько ж у вас тут есть. Блин, я сейчас СВТ хочу подобрать, реально. Блин, какая же офигенная пушка. Вот это говнище, блин. Просто мне так бомбит, отвечаю, блин. Ребята, кар намного мощнее, не покупайте это говно. Куда ты ботинок лезешь, а? А, это не ботинок, ладно. Ага. Ну на тебе тоже тогда. Это тоже, что за дебилизм? Ни в одной игре такого нет. Он, в смысле, он ждет пока нажать. Ну, блядь, пиздец, бред просто. Сука, что вы курите? Что вы курите в натуре?
Там... Ой, пиздец, дробашист меня завалил. Так хуль твоя разведка? Разведка первая полегла. Давай, сваливай отсюда нахер. Сколько мне? Наверное, вся обойма будет 3 пули. На бота, да? Ой, такой бред, я в ахуе. Да, разочаровала меня вообще эта снайперка. Тогда на мосту казалось такой имбовый. Без обвесов причем даже. А тут обвес — это самый лучший обвес. Да. Даже если когда кого-нибудь увидите, никогда не подбирайте ни в коем случае. То есть она получается дефолтная становится. Это вообще просто дно. Мне кажется, это на первой звезде то получше будет. Как это вот эта французская винтовка. О, чувак с дробашом пошел давно. Как 12 фрагов набил большим трудом, как говорится. Ну что ж, ребята, мое мнение не изменится, и мне кажется, вряд ли ее даже там подефают. 3000 мощь, но это бред, это просто бутафория, это просто цифры, которые ничего не означают, ни с чем не связаны. Мне кажется, вот это вот, вот как вот эта винтовка примерно вот на фуле за серебро, обвесы, вот примерно так же. То есть это просто золото впустую. Там если чувак как скрушмадак, да, он там может себе позволить, вот, то люди, которые даже могут себе позволить, оно того не стоит, только если ради для коллекции, там, не знаю, похвастаться перед друзьями, коллегами по клану, но не более. Моя оценка будет 3 из 10, ладно, 3 из 10. Чё ты можешь?